Toyota RAV4 – один из кроссоверов, которые особо любят белорусские водители. Он создан для города, загородной трассы и легкого бездорожья. Именно за эту универсальность вот уже на протяжении 20 лет RAV4 пользуется огромной популярностью. Сегодня в рамках летней акции «Автомобиль-путешественник» мы узнаем, куда доедет кроссовер RAV4 и насколько он изменился в новом четвертом поколении. Итак, новое поколение Toyota RAV4. Автомобиль стал шире, выше и длиннее. Теперь сочетает в себе комфорт на дороге и уверенность на бездорожье. Дизайн автомобиля выглядит революционным и неожиданным. Из компактного, спокойного и элегантного RAV4 превратился в брутальный и агрессивный кроссовер. Широкая радиаторная решетка уступила место более узкой и выразительной. Фары обрели полоски дневных ходовых огней и стали длиннее и уже. Вкупе с гораздо более динамичным силуэтом и яркими выштамповками подоконной линии, новые элементы придают модели несравнимо более современный и бодрый вид. Уверенности на бездорожье придает полный привод и пластиковый обвес, который появился в новом поколении. Теперь можно не переживать за лакокрасочное покрытие и самостоятельно заменить либо подкрасить деталь, которая была поцарапана. Интерьер RAV4 получился спорным. Здесь добротные материалы отделки соседствуют с незатейливым обрамлением приборов, которые, в свою очередь, смотрятся простовато. Графику мультимедийной системы японцы могли бы сделать современнее и интереснее. В целом, замечаний по эргономике немного. С посадкой и расположением за рулем никаких проблем нет. Диапазон регулировок как кресла, так и рулевого колеса широкий. Посадка, как и полагается большому кроссоверу, довольно высокая. На заднем диване RAV4 места более чем достаточно. Здесь легко поместится два взрослых пассажира. Как видите, есть и перед ногами место, и над головой. Достаточно просторно и комфортно. Для удобства есть подлокотник и, что немаловажно, регулируется угол наклона спинки дивана. RAV4 ведет себя уверенно как на асфальте, так и на пересеченной местности. С двигателем 2,5 литра и шестиступенчатой автомат-коробкой даже на высоких скоростях всегда есть хороший запас мощности для маневра. Подвеска немного жестковата, но благодаря такой спортивной зажатости автомобиль проходит повороты с минимальными кренами. Чувствуется стабильность и хорошая управляемость. А полный привод и несколько вспомогательных систем для плохих дорожных условий не дадут вам застрять даже в непроходимой глуши. На протяжении наших дорожных испытаний Toyota RAV4 уверенно преодолел все препятствия, и, как нам показалось, в нем таится еще больший потенциал. Так что RAV4 готов к любым тестам на выносливость.